И в 6 утра завершился брифинг с участием начальника областного главка Михаила Бородина и глав других ведомств региона, где были озвучены возможные причины аварии на трассе Серов-Екатеринбург. Автомобиль действительно имеет серьезные механические повреждения. Вы представляете, автомобиль «Мерседес» СПМО 500, там, да, класса, значит, масса его достаточно серьезная. Значит, и столкновение произошло в лобовую, так сказать. Конечно, мы будем еще дополнительно, так сказать, осматривать эти автомобили. Они сейчас эвакуированы с места дорожно-транспортного происшествия, находятся на хранении ГИБДД Главного управления МВД по Свердловской области. Значит, печатаны ангары. Значит, потом уже следственная группа будет дополнительно их осматривать и назначать автотехническую экспертизу. У них нет ограничений. Они могут выбирать в зависимости от необходимости. И потому что, я же говорю, график плотный, необходимо совещание, там где-то другие какие-то мероприятия. Они сами выбирают скорость, ну, не запредельную, но ту, с которой достаточно для того, чтобы ехать безопасно.